Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Фокси и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Писали в комментариях, чтобы мы записали эту рубрику, и Серега был аниматроником. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Открываем, для начала. Так, тут все открываем. Начинаем выживать. Так, я уже вижу, там кто-то ходит. Он взял этого маньяка, его видно через текстуры вроде бы. Все спокойно. Он в изоляции. До свидания. Я его зажал. Он... Да отвали, так нечестно. Отвали, говно. А это закон, а Фокси? Это легально. Так, заходи, но... быстрей. Откройте дверь, пожалуйста. Нет, он тебя убьет, прощай. Нет. Ха-ха-ха, успели. Всё. Так, отлично. А что это за нас? Это получается аниматроник-маньяк, что ли? Чпоникс, одну поставим здесь. Будем знать, когда... О, я слышу этот конченый звук. Слышишь? Он идет. Закроем. Так. Заходи, выходи, что-то делай. Ой-ой-ой. Закрывай. Он такой звук громкий издает, а вроде медленно ходит, да? Да. Кому-то несколько слонов расшагало. А, говно! Вот. Убил меня. Наконец-то ты это сделал. Закрывайте. А, тут закрыто, слава богу. Так, ребята, продолжаем выживать. Первую атаку он сделал по-умному. Открываем здесь тоже. Чпоникс. На. Что это было? О, кого он взял. На. Кушай. Не? Чпоникс? Я успел. Серега, а где ты пропал? Я слышу челепиздрика. Телепунькает там. Так, 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 ребята, закрывайте! Ну, говно! Ну, Паша, там... А я не ту кнопку зажимаю, зеленую жму. Так, идет, идет, идет. На, там мои мины были. Отхватил? На, дерьмо, отойдите, пацаны. На, сынок вонючий. Кидайте в него. На тебе. Ой-ой-ой. Он позвал своего братишку. Мне даже не надо было вас убивать, вы сами себя хорошо. Ну додики же. На. Зацепил, не зацепил? Пошел. Так, смотрите вентиляцию внимательно. На, говно. Откуда он прилезло? Я в невидимости был. Ах ты хитрожопый лис. Я тебя запомнил. Твою текстурку. Чпоникс. Отлично. Кидай, кидай, кидай побольше. Я тоже возьму оружку. Я слышу, как кто-то дышит. Ого. Не надо изменить завод кирпича, пожалуйста. Убегай. Я сам себя закрыл, спасибо. Ну иди. А! Тебе повезло, я пролезть не буду. Наконец-то, ребята, реально повезло. Что там? Не смогло, да? А мы идем, идем. Как мне повезло, реально, я так испугался. Пацаны. Уйди. Я слышу его звук против... Ай-яй-яй! Прилезла! Я решил тебя обойти, Дима. Да ты по красоте! Обманула меня. Пока ты по вентиляции там полз, я это так... Надо было мне назад возвращаться, но я очканул. Цыкун. Так я подумал, ты сейчас опять там стоишь этим черным чучелом. Цыкуниха. А ты? Убила меня сразу. Я не боюсь. Давай, испортись. Идет, идет, идет. Воу, прикольно. Я уже и забыл эти анимации все. Мы давно шик смотрели. Рта плохо пахнет.
Вам надо почистить зубы. Эй, так нечестно! Это за оскорбление. За оскорбление личности аниматроника. Отойди оттуда. Я там нет. На всякий случай. Тогда я прицеплю. Ой. Обстоятельства, извини, да? Получается, я должен пожертвовать собой? Вы должны пожертвовать с нами. У меня теперь на правом глазу какая-то кабака. От третьего лица сделал, поиграй немножко. Не активировать, тебе тоже тяну. Так, взорвешь скоро их. Мы должны с ним умереть. На башку мне приклеил. Новую мину. Слышите, он идет? Слушай, чем-то воняет. На! Взрывай мины! Бум! И сами себя убили, а ему ничего. А мы нормально. Так, отличненько. Что за писк? Серега! Вот так, значит, да, ты с нами? Давай! Испорти настроение мне новое. Блин, извини, я думал, это он это. Пацаны, я ему засаду сделаю. Идите, идите. Слышу, кто-то смеется. Давай, лепи, лепи бомбы. Сейчас только подойдет, я его замочу. Я его слышу. Ой-ой-ой. Он вентиляция. Есть! А вентиляция успешно защищена. Серега, что там, нормально все? Я вас понял. А что ты там понял? Все же нормально. Сейчас, где? Хотел по-хорошему с вами, но придется по-плохому. Не понимаешь, да, ты, Серега? Я хотел с вами по-человечески. Так, я жду, 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 жду. А его нету и нету. Слышу, слышу, он идет. Так, все, я ухожу, не буду больше его мочить. А то так нечестно. Все, давайте, ребята, вовнутрь нашу кибитку. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, давай пройду. Ай! Нифига себе, я умер. Так прикольно лежу. Жопа вверх. Так. Серега, ну что ты? Ща. А ну отойди с прохода, отойди. Oh, не? На? Блин, просрала. Там, блин, я не успел монетку подбросить. Сережка! Один. Вот так, значит, ты с нами, да? Угу. Я разозлился. Так, я не возрождаюсь, потому что он меня все равно убьет. Так, задним ходом лупашит. Серега, я ж хотел вот так вот с тобой подружить еще немножко. Давай, давай. Испортись. Дружи немножко. Ребята, я вышел на охоту. Ой, извини, чуть не убил. Ждем его, давай, два входа защищаем. На! Красава, Серега, как ты слился так-то? Увидишь. Так. Он тут, он тут. Эй, хэдкраб. Это чужой. Эх. Он чужого взял. В кого-то вселился. Уже не вселился. Я закроюсь, я закроюсь. Да не, не выходи, он убьет меня. На. Я живой.
все равно. Да? Да. Так, отлично, отлично. У тебя обстоятельства, крышка унитаза прихлопнул. Ну давай, иди сюда, я тебя жду. ПВП, один на АД. А ты где, Дима? Я по пиццерии хожу и жду тебя, возле компьютерных... Жди. Возле компьютерного клуба здесь тусуюсь. Так, так, так. Будем тут. Я жду и жду, ребята, его. Делаем засаду по красоте. Все твои друзья, Димас, мертвы. Ну, как тут сказать? Обстоятельства. Ждем его. А где Димас у нас запрятался? Я очкую тебя, ты ж чужой. А где Димас запрятался? Большой-большой секрет. Секрет. Сейчас я тебя убью. Ну давай! Смелый такой. Иди. Я его слышу, он топает. Давай! Я боюсь тебя! А! Да как? Ты ж через пули пробежал! Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.